Всем привет, друзья! Вы на канале Gravity Play, с вами Лол Gravity. Мы продолжаем прохождение Slender Arrival. Оказывается, прошлая глава началась с того момента, когда мы очнулись в траве. То есть я тут уже немножечко прошел, ну, в общем-то, до того самого момента, на котором закончилась прошлая серия. И нам нужно включить все вот эти лампочки, то есть, видимо, подать энергию для того, чтобы включить лифт, чтобы подняться на вершину горы, чтобы дойти до той вышки. Это вроде как шахтерская пещера или типа того. Ну, похоже на какую-то горно-руднодобывающую коридоры, какие-то компанию, которая организовала тут у себя всякие конструкции для того, чтобы руду, наверное, добывать, или, не знаю, или, может быть, они хотели сделать туннель, чтобы проложить трассу. Так, тут у нас ноу-ноу-ноу. Типа нет-нет-нет. То есть чего-то нужно не делать, или, может быть, это какая-то дверь. Похоже, знаете, на такую железную дверь, которая открывается, как у гаражей. Типа не открывать ее. Ну не знаю. Короче, нам нужно найти какие-то рубильники, чтобы запустить источник питания. Ну, это как я понимаю. Ну и, конечно же, не умереть и не попасться Слендеру. Может, тут можно пешком подняться по лестнице? Хотя тут, блин, гора такая гигантская. А вот эти штуки, я почему-то говорю, что это Слендер, но это стрелочки. Ведь название Arrival, оно, по-моему, как указатель обозначает, или как раз-таки стрелочка. Ну, что-то вроде того оно и обозначает. А это мы, получается, прошлись по кругу. Так, тут я не вижу никаких рубильников, ничего. А может быть, нам нужно вот по каким-то трубам ходить? Так, ладно. Это ничего, что оно не подсвечивается. Это просто какие-то коробки, ящики, что-то непонятное. Еще какой-то длинный коридор. Блин, страшно, наверное, вот так одному ходить по каким-то непонятным горным коридорам. Похоже на какие-то генераторы. Или это какие-то бочки. Что-то у нас есть, что-то написано? Нет, ничего конкретного. Опять вот эта надпись «No, no, no». Будь здоров, дружище. Просто котик чихнул. Да блин, я не вижу здесь никаких рубильников. А как какать? А, вот еще, нашел. Да, действительно, как я предполагал, нужно находить генераторы и включать их. Ну и мне что-то подсказывает, что при каждом следующем включении Слендер будет все ближе. Скорее всего, так. Так, отсюда нужно... Мать. Это же просто звуки электроники всякой... Вот этой вот рудодобывающей... штуки всякие там, механизмы. Да, это же оно. Скажите мне, что это оно. Да, действительно, я был прав. Need to get out. Это, как я понимаю, нужно отсюда сваливать. Ну как-то так должно переводиться. Так, а вот эти кабинки открываются, интересно. Это что за хрень? Слендер, он же молчун, он вроде как не разговаривает. Ой, блин. Так, тут ничего такого. Возможно, там есть какой-то генератор.
Так, ну там вот... Ладно, пока пойдем сюда. Focus your flashlight and blinds... Что? Это что за хрень была такая? Черт. Это же не Слендер. Мы же в Слендера играем. Какого хрена, блин? Сука. Я понял, на них нужно типа светить, чтобы отпугнуть, да? Хорошо, я понял. У, сука! Дай беги ты быстрее! Так, еще один генератор. Отлично. Осталось раз, два. А, нет, это просто лампочка на нем. Так, где ты? Где ты, тварь? Я нажимал! Какой ты страхобина! А за ним вообще лучше бежать или лучше не бежать? Ладно, лучше отсюда просто валить. Да беги ты, блин! Сука! Так, осталось, да, осталось два. Значит, лампочки на самих генераторах, они то же самое показывают. Да я не понимаю, что нужно делать? Убегать от него или светить на него фонариком, типа? Почему ты не бежишь-то, блин? А, это Слендер! Да беги ты, блядь! Это типа команда его подопечных или что? Что это за какие-то твари? Слендер, он же один, блин. Твою-то мать! Сука! Господи, блядь. Так, минутку. Фух, просто у меня кот тут немножко взбесился. А, вот там, по-моему, генератор, еще один. Судя по красному свету. Или нет, или это просто какая-то тележка. Блин, а как их найти-то, эти генераторы? Я уже заблудился здесь. Да, ему не нравится яркий свет. Получай, мразь! А, то есть ты можешь только на время ослепить его. Вот сука. Ладно, я понял. Да блин. Надо просто светить прямо на них, на их лицо. А, здесь я уже был. Так, надо как-то вот разобраться с этими оставшимися двумя генераторами.
Так, этот у нас включен. Здесь мы уже были. Иди сюда, мразь. Иди сюда, мразь. Я тебе фонариком посвечу в лицо. Ну да, такое себе, конечно, устрашение. Но это лучше, чем ничего. В нашем-то случае. Так, а вот здесь я, кажется, вообще не был. Да, еще один. Еще один генератор. А, это же просто лифт. Облом, придется искать дальше. Я не вижу. Где? Где? То есть все, тут ограниченное количество смертей получается. Вообще не смертей, а количество раз, когда меня ловят вот эти вот мрази. То есть придется заново начать. Ну ладно, что поделать. Так, надо запомнить, куда идти. Вот оттуда мы пришли. Значит, нужно пойти вот сюда. Будем по часовой стрелке все обходить. А, тут сразу два генератора. Хорошо, ладно. Пока никого плохого не вижу. В общем-то, как и никого хорошего. Да, это было разумно ходить именно по периметру. Но это логично. Вот мы уже сразу три нашли. Ну, четыре, если считать с тем, который был в самом начале. Так, кажется, за мной кто-то бежит. Ну, давай. Давай, давай, давай. Давай, сука! Ладно, хотя бы... До первого появления мы включили уже два генератора, получается. Вон, я тебя вижу. Какого хрена он не бежит, я не понимаю. Я жму, а он не бежит. А, это он! Сука! О, господи, блядь. Никаких нервов не хватит. Пойдем включим те два генератора, которые были вот здесь. Это я уже хорошо запомнил. А, стоп. А почему в этот раз тут нет ген... Почему в этот раз здесь один? Да вы издеваетесь. Они что, случайным образом расположены?
То есть я теперь буду ходить и искать, да? Ну классно, мне очень нравится. Здорово. Давай, 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 иди сюда. Я слышу, что ты где-то здесь, мразь. Блин, я думал, это что-то значит, что здесь какое-то оборудование стоит. Но нет. Где ты? Давай, давай, иди сюда. Ура, еще один генератор. Так, осталось два. А вот еще один. Не нравится, да? Не нравится. Вали отсюда нахрен. Сука! Остался один. Блин, чел еще начал хромать. Так, этот мы уже запустили. Или нет? А, все, все, получается. Неужели? Ну все, тогда нам нужно идти к гигантскому лифту и подниматься наверх. Угу. Как тебе такое? Нравится, да? Сучара. Вот так вот, блядь. Будешь знать, как со мной связываться. Я в тебя фонариком буду светить. Все, до свидания. Адьос, амигос. Мы поднимаемся на гору. Ой, я, кажется, застрял в текстуре. Ах, ну ничего. А это не конец уровня? То есть... Это не все, да? А, ну все, получается, да? Мы закончили главу? Блин, камера уже садится. Ладно, продолжение, друзья, смотрите в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получить уведомления о новых видео. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем пока.